школе села Кунгуртук учатся всего 351 детей, и все дети стремятся к лучшим результатам в учебе. Во всех образовательных учреждениях республики есть центры «Точка роста». Их создают на базе сельских школ и в малых городах. Работа центров направлена на подготовку школьников по цифровому, научному, техническому и гуманитарному профилям. Я очень люблю уроки географии и английского языка. Мы изучаем новые темы, изучаем географию новых стран. И в этом году мы начали изучать весь мир. На уроках «Точки роста» я узнаю очень много тем. Мы изучаем очень много нового на этих уроках. Ну, я люблю просто изучать страны. География, да. Появление таких кабинетов способствует не только тому, чтобы дети могли постигать основы предмета, прописанные в учебниках, но и имели возможность поработать с современным оборудованием. Это хорошая практика для тех школьников, которые планируют поступать в технологические и медицинские вузы. В век цифровых технологий сегодня в медицину внедряется гибернетика. Ну, в «Точках роста» занимаются шахматом в внеурочной деятельности. Еще робототехникой по физике, еще и 3D-моделька у нас тоже проводится, внеурочная деятельность в младших классах. То есть у вас есть доп. Занятия, да? Да, дополнительные занятия у нас тоже есть. Еще онлайн-уроки проводятся в проектории с 8 по 11 класса. Детям очень нравится, они получают дополнительное образование в проекте «Точка роста». Напомним, что кабинеты ЦОС и «Точка роста» создаются и функционируют в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В Туве действуют 128 центров «Точка роста», кроме школ Кызыла. Кабинеты ЦОС в 184 образовательных организациях во всех муниципалитетах республики, из них 16 в техникумах. Инна Клоян, Буян Мангуш, Дарина Даргат, телеканал Тува-24, Терехольский район.